Совсем скоро на этом месте появится новый сквер. Это значит, что мест, где можно погулять в Красноярске, станет еще больше. Правда, названия у него еще нет. Выбрать имя новому парку администрация предложила самим горожанам. Пока здесь высадили только несколько десятков молодых деревьев. Однако ко Дню Победы все работы обещают завершить. В парке появятся скамейки, амфитеатр и скульптуры, посвященные сибирским воинам, ушедшим на фронт. В создании нового объекта благоустройства администрация предложила поучаствовать всем красноярцам. А именно, придумать для него название. А знаете, что администрация города предложила выбрать название самим горожанам? Есть бы варианты, может, какие-нибудь? Может, поучаствовать хотели бы? Нет, не хочу ни поучаствовать, вариантов нет. Название какое-нибудь для сквера. Идея создания парка принадлежит Совету ветеранов Свердловского района. Новому скверу горожане, как выяснилось, будут только рады. Очень рады будем. А что бы хотели, чтобы здесь появилось? В смысле, из деревьев? Ну, вообще, элементы благоустройства, что хотели бы видеть? Пусть будет сквер, просто сквер деревья и какие-то насаждения, может, даже и цветы. Но я здесь гуляю почти ежедневно. Знаете, что на этом месте скоро появится полноценный сквер? Ну да, я слышала. Но какое именно, не знаю. Но вижу, что строительство идет. А что бы хотели видеть на этом месте? Ну, сквер, да, где много деревьев, где можно посидеть, где с ребенком можно погулять. Свои предложения по названию сквера до конца апреля можно отправить на электронный адрес городской администрации. В начале мая проведут народное голосование и выберут лучший вариант. Анастасия Скирневская, Эдуард Баглай, Афонтово, Новости.